Всем привет, друзья! Вы на канале Garden Stock. И сегодняшнее видео для всех любителей мотоблоков, дачников и тех людей, у которого есть мотоблок. Ну, желающих сделать из него что-то больше. К примеру, мини-трактор, как у нас сейчас с вами вот такая вот модификация. Не так давно у нас на обзоре уже был КТЗ, вторая версия этого адаптера. И сегодня мы его полностью собрали и подготовили вам, чтобы продемонстрировать, как это будет дело выглядеть все в работе. Прикрепили его на самый крутой мотоблок Нива. Это двигатель Yamaha MX300, 12 лошадиных сил. Давайте вместе с вами посмотрим, как он крепится, как подходят к нему рычаги и как это будет все выглядеть. Итак, давайте вместе с вами начнем с задней части нашего мотоблока. Здесь у нас задняя скоба, на которую можно непосредственно сразу одеть сцепку и на нее плуг, либо окучник и работать. Но гораздо удобнее докупить вот такой вот отдельно опускной механизм, который работает дистанционно, непосредственно с места оператора. Здесь у нас есть ручка, педаль, которая отвечает за два режима. Либо это транспортировочный режим, вверху будет стоять, либо это рабочий режим, мы опускаем в самый низ и работаем с разными насадками пассивного навесного оборудования. Такая штуковина стоит 6000 рублей. Кому нужно, тот покупает, кому не нужно, тот не покупает. Здесь уже дело ваше. Все это дело вот в таком вот виде не мешает. Теперь, что касается ручек управления на самом адаптере. Смотрите, сюда мы перенесли коробку передач. То есть, когда я сижу на этом адаптере, чтобы мне переключить саму коробку передач, я никуда не встаю с него. У меня ручка под рукой, я нажимаю, переключаю все скорости прямо здесь. Под левой рукой, если вы обратите, у меня находится ручка газа. Здесь у нас ручка, которая отвечает за дроссель. И тем самым мы регулируем обороты нашего мотоблока. Что касается педалей. Смотрите, у нас есть три педали, как я уже озвучивал. Две педали, которые у нас отвечают за включение заднего и переднего хода. Если мы этот модуль установим на мотоблок АКУ. Но так как у нас мотоблок Нива и коробка передач у нас идет трассовая, здесь у нас только одна педаль, которая отвечает за включение сцепления, ну то есть за натяжку ремня. Смотрите, как это все устроено. Давайте я покажу с этой стороны. Выход этого троса идет сюда. Здесь сразу идет два переключателя, которые отвечают за натяжку непосредственно ремня. Так, давайте я сейчас сниму щиток и покажу вам, как это все дело будет выглядеть непосредственно в работе. Так, щиток у нас поднимается. И я сейчас нажму рычаг, а вы посмотрите, как это будет все выглядеть дистанционно. Вот у нас пошла натяжка ремня, тем самым мы натягиваем, соответственно, наш ремень, чтобы мотоблок ехал и продолжал движение. Так, сейчас я это все дело уберу. Нам это больше ничего не нужно. Так, смотрите, так как у нас мотоблок Multi-Agro и MB23, также у нас здесь есть понижайка, которой мы регулируем скоростной диапазон. Либо для работы с каким-то навесным оборудованием, где нам нужна пониженная скорость, либо для работы, ну, к примеру, мы хотим просто прокатиться на самом адаптере, мы включаем повышенную передачу. В принципе, больше по рычагам ничего нету. На самом адаптере у нас, так как три педали, третья педаль у нас отвечает за торможение. Тормоза здесь стоят барабанного типа, рулевой редуктор от классических «Жигулей». Поворачивается такой адаптер легко. Я, конечно, понимаю, что вам это все дело надоело, и вы хотите посмотреть, как он ездит. Сейчас обязательно посмотрим. Вот эта ручка, она отвечает за механизм опрокидывания. Если вы что-то, какие-то сыпучие грузы перевозите, то, соответственно, вы всегда можете его опрокинуть. Кто не знал и кто не смотрел наше предыдущее видео. Сейчас я заведу наш мотоблок и продемонстрирую вам его в работе. Включаем зажигание, закрываем заслонку, делаем запуск. Сам мотоблок завелся. Чуть-чуть я оборотов прибавлю. сядем на него, включим сразу вторую передачу. Ну что, покатались мы. Блин, прикольная штуковина. Я недавно ездил такой на колесах. Ну, конечно, для зимней эксплуатации колеса постоянно пробуксовывают. Гусеничную насадку поставил, ездит как танк. Но соскальзывают теперь передние колеса. Что-то надо придумать с передом. Либо одевать какую-то зимнюю резину, либо он просто иногда проворачивает колеса, потому что веса мало. Ну, я думаю, если нагрузить наш передок сюда в кузов каких-то сыпучих материалов, либо снега накидать, управлять будет гораздо удобнее таким вот адаптером. Вообще, конечно, вещь интересная, потому что, я думаю, каждый мотоблочник себе мечтает из вашего мотоблока сделать полноценный мини-трактор, на котором можно будет не только работать, идти за мотоблоком, а сесть и использовать его на полноценных 4 точках, как вот выглядит сейчас конструкция. Вообще, КТЗ очень качественные адаптера делают, и люди, которые у нас покупали такие адаптера, все хвалят, все говорят, действительно сделано все по уму. Да, вещь не дешевая, дорогая, обязательно оставлю на все цены ссылки в описании, если вы хотите познакомиться. Ну, вообще, очень эффектная вещь, и выглядит, и работать, я думаю, будет очень классно. Также будем обязательно делать испытания, как это адаптер работает с плугом, с окучником. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Растает снег, осталось недолго, уже на следующей неделе плюс 12 градусов, я думаю, неделя-две, весь снег уйдет. И мы поедем в наше любимое поле, где мы будем четко снимать все обзоры именно в работе. И не только адаптера, но и мотоблоки. Поэтому ждите, будет обязательно обзор на этот адаптер, как он работает с плугом, как он работает с окучником и что он может делать. Нагрузим его полностью землей, кирпичами и посмотрим, как это все дело работает. Именно этот адаптер у нас заказал уже человек, мы ему собрали все. Он заказал именно на гусеничном ходу, чтобы не было никаких пробуксований, потому что он хочет на нем вывозить снег. Все это дело проверили, все это дело работает отлично, как вы видели. Поэтому, если вам нужен такой адаптер, обращайтесь, мы обязательно для вас соберем вот такую вот конфигурацию. И все сделаем с предпродажной подготовкой. Итак, мужики, если вы не понимаете, что вы хотите, то вы всегда можете позвонить нашим специалистам. Они вас не только проконсультируют, но и смогут подобрать какой-то адаптер именно для вашего мотоблока. И не только подобрать, но и сделать полную сборку и пусконаладку. Все это делается в нашем магазине. Как вы видите, вон стоят 2 трактора, тоже полностью готовы уже к отправке. Завтра они уезжают к нашим покупателям. Это трактора коммунальные, сразу с щеткой, сразу с бульдозерным оборудованием. Будут убирать и чистить снег, а точнее, если то автозаправочные станции. Купили у нас их 2 бензоколонки. Если вы любитель мини-техники, такой как мотоблоков, мини-тракторов, то вы обязательно должны посетить наш магазин. Только на витрине в нашем магазине стоит больше 280 экземпляров. Даже самый искушенный покупатель найдет для себя нужный мотоблок. У нас есть куча консультантов, которые с радостью проконсультируют вас и подберут вам нужный мотоблок. Если вам будет необходимо подобрать к нему какое-то навесное оборудование, тоже с этим поможем. С вами же был Алексей, я с вами не прощаюсь, увидимся обязательно в комментариях, где вы можете задать мне любой вопрос по поводу самого адаптера, мотоблоков и также отправки в любой город нашей огромной страны. До свидания, мужики!